ничего в этом парламенте не получится. Нужны досрочные парламентские выборы. Так, шансы, чтобы они о чем-то договорились, Анатолий, я просто упрощу, чтобы ответить сразу на вопрос, потому что наверняка у вас очень много вопросов, на которые мы должны ответить, чтобы телезрители узнали побольше информации. Я думаю, что шансы у них 50 на 50. Договориться на данном этапе. Вариантов два. Первый вариант – Плохотнюк, премьер-министр, президент, ну, решат в марте, попытаются решить в марте, в апреле. Второй вариант, который обсуждается очень активно, Лянка уже сам просится, чтобы был премьер-министром, но в этом случае нужно договориться, чтобы дать Воронину должность президента. В первом случае нет, если Плохотнюк премьер? Я думаю, что в первом случае Плохотнюк может попытаться и сам президентом стать в марте. Но оба варианта, я считаю, что для Молдовы не выход из той сложной ситуации, в которую мы попали. И неважно, какой вариант будет. Мы, социалисты, вот в эти шоу «Американские горки», это «Американские горки», знаете, нет, вот это пройдут важно. И не пройдут. Мы в этих шоу не участвуем. Это мы важно. Голосовать, Анатолий, важно. Важно, какой вариант будет, важно на самом деле. Мы голосовать за это не будем.